Новая учебная неделя в севастопольских школах началась с разговоров о важном. В этот раз их посвятили теме десятилетнего юбилея воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Ребята не только узнали о важности этого исторического события, но и своими руками сделали вот такие открытки для тех, кто прямо сейчас стоит на защите нашей Родины. Талантливые и инициативные ученики пятых классов своими руками сделали красочные открытки, которые отправят в зону СВО. Учителя школы номер 23 решили, что нужно обязательно поздравить с нашим общим праздником тех, кто не смог его отметить в кругу семьи. А еще приятнее солдатам будет получить поздравления от подрастающего поколения, будущее которого они героически отстаивают. Наши разговоры о важном посвящены юбилейной дате – 10 лет, как уже мы в составе Российской Федерации. И хотелось сделать необычную форму работы с детьми, скажем так, рефлексию отдачи, и сделать творческую работу. Мы создаем открытки, посвященные Крымской весне. Эти открытки отправятся за ленточку на фронт нашим бойцам в поддержку, чтобы поднять им настроение, частичку тепла и радости привнести. А вот у учеников старших классов была уникальная возможность услышать многое о русской весне из уст того, кто прожил и помнит то тревожное для севастопольцев и крымчан время. Даже после звонка ребята не хотели расходиться по кабинетам. Разговор о важном перешел в оживленную беседу. Я вспоминал и делился своими эмоциями по проведению организации референдума в 2014 году. Тогда я возглавлял избирательный штаб и отвечал за избирательные комиссии, наблюдателей. И мы готовились тогда к избирательной кампании и готовили избирательный процесс. Старшеклассники очень внимательно слушали, задавали вопросы. Я увидел большой отклик в их взгляде. Они очень с интересом слушали мои воспоминания и прониклись полностью всей этой большой нашей исторической истории возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Поэтому, ну, я считаю, такие разговоры обязательно нужны. 10 лет в родной гавани. Такими значимыми словами для севастопольцев назвали разговоры о важном в этот раз. Патриотической темой старшеклассники прониклись, а после занятия поделились. Было очень увлекательно. Нам рассказали про то, что было в 2014 году, когда вот зарождалось это все, как это все происходило. Очень это было интересно, потому что я шла в этот момент в первый класс, ничего не подозревая об этом. Нам рассказали, как это все происходило, чего мы не видели и не знали, как это все было, и это очень было интересно, узнать историю города. Сегодня я узнал много нового о героизме людей, которые очень сильно хотели вступить в Россию. Сам я вырос не в Севастополе, а приехался, как он вступил в Россию. Говорить о важном в севастопольских школах, безусловно, продолжат, сохраняя, приумножая и передавая молодым поколениям историческое наследие. Новые знания воспитают в детях искреннюю и несокрушимую любовь к своей родине. Анжелика Желнина, Деливер Меджитов, новости Севастополя.